Всем доброго времени суток, с вами Злата Метлушка, и вы на канале Цветики. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что выращивание растений со мной — это просто, это экономит ваши силы и время, поэтому жду вас, всегда в гости будет много интересного и полезного. А сегодня я хочу рассказать о том, как добиться шапочного цветения фиалок и что все-таки происходит, почему оно не наступает. Давайте разберемся. Значит, первый основной момент, я бы сказала, что это зависит от освещения. То есть, если у вас освещения недостаточно, о чем я уже не раз говорила, фиалка у вас цвести хорошо не будет. То есть, она будет вам выдавать по несколько цветочков. То есть, первый момент – это хорошее освещение, но в любом случае нужно. Дальше, следующий момент – это сортность растений. То есть, если вы создали растению все возможные условия, все ему хорошо, все ему благополучно и хорошее освещение, но оно у вас букетно не цветет, значит, это такой сорт. Просто надо уже с этим смириться, видимо. Бывают, да, такие эксклюзивные сорта, у которых очень красивые цветы, но, к сожалению, богатого букета от них не добьешься. Хотя я хочу сказать, что вот сорта современной селекции даже очень всегда букетные. Я вот пока еще не встречала таких вот бедненьких, скажем так, сортов. Поэтому, если у вас, значит, сорт, вы видели, что у селекционера, у других коллекционеров данный сорт дает хорошее букетное цветение, значит, вы что-то делаете не так, да? То есть в данном случае это хорошее обязательное освещение. Это просто как, ну, не знаю, как мантра, как закон. Хорошее освещение нужно для того, чтобы получить шапочное цветение. Либо это у вас дневное освещение, либо под лампами, то есть вы даете сколько, одну-две лампы, смотрите, да, какая необходимая мощность, смотря у вас какого объема полка, на которой стоит розетка. Следующий момент, это же, конечно, систематическое удобрение в течение всего сезона. И третий момент, это размер горшка. Ну, размер горшка для фиалки — это тоже как бы закономерность. Небольшой размер горшка стимулирует цветение фиалки, поэтому в большой тазик ни в коем случае фиалку садить не нужно. То есть вы садите фиалку в соответствующий горшок для стандарта или для мини-фиалки, и только в этом случае можно ожидать цветения. Это, кстати, очень часто встречающаяся ошибка, неправильный подбор горшка. То есть, в принципе, у фиалки букетного цветения добиться не так сложно, просто соблюдать три основные правила. То есть это освещение, удобрение и правильный размер горшка. А на самом деле фиалка совершенно не капризное растение, поверьте мне. И оно с удовольствием всегда и охотно цветет. Ну и, конечно, не забывайте про сортность растений. То есть проверьте, какой у вас сорт, какого года сорт, какой селекции сорт. То есть обратите это внимание. И если вы сделали все возможное для того, чтобы фиалка не цветет, а другие рядом фиалки дают букетное цветение, значит, к сожалению, сорт такой есть. Или вы его сохраняете, потому что очень красивый цветок, либо его убираете из коллекции. Вот такие моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы добиться шапочного цветения. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересного и полезного. Не забывайте, что выращивать растения со мной — это просто.